신선의 정을 안고 우리나라를 방문한 러시아 연방 국방상 안드레이 벨로우소브 동지와 그가 인솔하는 군사 대표단을 환영하는 공연이 4.25 문화회관에서 진행됐습니다. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김성은 동지께서 러시아의 포텔과 함께 공연을 관람하셨습니다. 경애하는 김성은 동지께서 러시아 연방 국방상 안드레이 벨로우소브 동지와 함께 극장 관람 속에 나오시자 전체 관람자들은 열렬한 박수로 환영했습니다. 조선노동당 중앙위원회 비서이며 당중앙군사위원회 부위원장인 박정 전 동지, 조선민주주의인민공화국 국방상 노광철 동지, 관계부문 일꾼들, 국방성 지휘관들, 각급 군사교육단위 교직원 학생들을 비롯한 인민군 장병들, 문화예술부문 창작가 예술인들이 공연을 보았습니다. 우리나라 주재 러시아 연방 특명전권대사 알렉산드르 마츠고라 동지와 대사관 성원들이 공연 관람에 초대됐습니다.
위한 조국이요 사랑하노라 나의 조국을 그대 없인 한순간도 못 살아 노래하노라 이 세상 제일 아름답고 위대한 Нас с нами, с нами.
что потеряли, что для них спасли. Только б ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом Земли. Today.
на костре под ущем тая лунарё. Были версты, обгорели в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, с дизиною на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы. Темною ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дарят свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Ури инсельдельтеро химьёдо. Синзамун кодису морурира. Хэмбугун мульи итта хэдо. Кэ хэмбугун нарэ ца. Подчас нелегко, только весь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется так далеко, но этот адрес счастливый я не знаю. Нам трудно порой понять,
что велено нам судьбой, и мы остаемся ждать между светом и тьмой. Я так бы хотел сказать, что чувствую всей душой, я сердцем с тобой сейчас, знаю, ты мой герой. Отец родной, ты здесь со мной, меня хранит мой белый ангел за моей спиной. Отец родной, ты здесь со мной, я знаю,그 말씀 아버지를 그려 잠 못 이룬 날들 내 살아 숨쉬도록 그 생을 다 바쳐 저 하늘에 빛나는 밝은 별 되셨네. Нынче поровну
Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все.두 나라 인민의 정의로운 위협의 필승 불태성과 러시아 군대와 인민에 대한 우리 군대와 인민의 전투적 우위를 잘 보여주었습니다.